Алло, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам патч Windows 10 для Minecraft Box Edition. Собственно, чтобы играть с этим патчем, вам понадобится просто установить Block Launcher Pro. Ссылка на него будет в описании, после чего залезть в настройки этого блок-лаунчера, друзья. Да, просто залазим в настройки, ничего странного, это обычный блок-лаунчер новой версии, где исправили патч. И находим, друзья, вот такое название, изменение стандартного менюта. Нажимаем, друзья, и после чего выходим из звук лаунчера, он у вас перезагружается. Ждем несколько секунд. Ждем, ждем. И видим новый интерфейс. Нужно немного а, уметь прибавить интерфейс. Вот, друзья, собственно, видим интерфейс Windows 10. Здесь даже немного что-то изменилось. И, собственно, теперь переходим в наш мир. Ну и, собственно, пока мы ничего не видим. Ну, чтобы что-то увидеть, мы, друзья, залезем в креатив, и вы просто видите, что все изменилось. И выживание у вас тоже все изменится. Собственно, друзья, мод очень интересный, вы знаете, что это такое, поэтому показывать смысла нет. И на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.